А что вы делаете? Мы ведем. А? Вот это. Что? Вот это делаем. Давай, неси уже. Привет. А что ты делаешь? Будем пробовать выращивать микрозелень. А что это такое? Откуда я знаю, как тебе объяснить, что? Ну, я не знаю, что такое микрозелень. Расскажи мне. Я не знаю, что такое микрозелень. Как тебе объяснить? Ну, что ты, что это? Что ты купила? Что? Давай заново. У меня прямой эфир, я заново не показываю. Купили мы овес, купили мы редиску, сою, лен, люцерк. Люцерка, не знаю, как правильно. Я что, тебе козел люцерку кушать? Козел, будешь козелом. Свеклу, крест-салат и, по-моему, пшеница. Да. Так, где мой помощник? Вода идет уже? Идет. Давай, выливай. Быстрее, лук. Разлей. Давай, выливай. Я сам. Сам, конечно, я что уже. Куда выливать? Можно я вылью? Я. Выливай. Так, замачиваем. И вода уходит, да? И такие... коврики. Да, нет, коврики. А потом руки чешутся? Да? Кокосовые. Нет, нет, я ж посчитала, Андрюш. Все поштучно. Сейчас будем складывать. Нам нужна еще пищевая пленочка. Еще? Еще? Нет, сейчас питают. Что за ишак тут у нас пробежал? Чеснок? Да. Давай, складывай. Вот сюда, коврик сюда. Андрюх, что ты руки нюхаешь? Складывай. О, ложи, ложи. Сейчас я тут. Ложи. Теперь будем что-то сеять туда. Мы же будем пробовать. Мы же первый раз. Да? Надо по одной штучке брать. Вот так, смотри на него. И вот так ложить. Давай, берешь? Уже семечки. Семечки. Какие семечки? Давай, сыпь. Это у нас что-то получится, да? Это что? Это у нас соя. Теперь нужно мне принести с ванны пшикалку. Пульверизатор. Андрюш, ты пойдешь? Он не достанет. Свеклу. Давай, сей. У тебя ручка легкая. Сей. На. Я сей. Думаю, у нее ручка тяжеленькая. Приложит, так приложит. Валюшка, я открывай! Андрюш, не дави на нее. Не дави. Да нет, промачивай. Андрюш. Андрюша, тебе нравится? Чеснок. Да подожди, чеснок, я ж снимаю. Мама говорит, садит мне чеснок. Сейчас тут не будет чеснок. Только ты не порви ее, сыночек. Сверху мы пшикаем. На, держи. Пропитался чуть-чуть. Хватит, Андрюх, много не надо. Коврик не пропитался. Все, дальше мы что посадим? Овес. Вот, на, сади. А где вода? А где вода? Неси водичку, стаканчик еще. Видишь, коврик впитывает. Нет, нет, водичку в стаканчике принесешь еще с ванной. Только не разлей. Так, неси давай. Иди водичку неси.
пленочкой закрываешь. Такой себе домашний парничок. И теперь надо поставить это все дело в куда? Мало. Теплое, темное место. Перловочка варится. Рыбочка запекается. Так, а теперь нам надо еще, ребята, вот такой какой-то поднис. Тазик может взять. Не знаю. Не тыкай, не тыкай. Это все готово. Чтобы вода шла, ну там текать будет. Что мы можем? Тебе ты пока не будешь вот это брать? Ну насколько тебе надо? Ну пока на дня три. Там все еще стеклянные есть. Сюда. Салаты будем кушать, да? Да. Кто будет кушать? Я! Кто сажал, тот и будет кушать, пусть лежит. А ты как там, в огород ходил? Дрова колол? Не колол. Это у нас крест-салат, кстати, самый дорогой. Ладно, вот так вот смотрите и сажайте. Всем на связи. Подписывайтесь и ставьте лайки.